Снова пожар и опять среди погибших дети. На этот раз в Херсоне. Там загорелся жилой дом. Жертвами стали две девочки, мальчик и их мать. Еще три человека в больнице. Почему погибли люди, выяснял Кирилл Ющишин. Пожар начался около 5 утра. Здание построено в 1905 году. Деревянные перекрытия вспыхнули мгновенно, говорят соседи. Я просыпаюсь на работу рано. Я смотрю зарево во дворе и крик. Я открываю двери, бежит Юра. Сверху уже полыхает их вся квартира, вся веранда. Потушили пожар только к обеду. В квартире на втором этаже, где произошло возгорание, жила семья с тремя детьми. Мужчина успел выбежать и пытался спасти 5-летнюю падчерицу. Со слов очевидцев, что отец, выбегая с квартиры, держал на руках ребенка. Начали прорывать пожарный мусор в коридоре общего этажа. И между балками в пожарном мусоре нашли ребенка. Девочка погибла, как ее мать, брат и сестра. У мужчины ожоги 90% кожи. Он в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Полиция начала расследование. Попередньою причиною пожежі, можливо, коротке замикання електропроводів. По словам соседей, этой ночью в злосчастной квартире было шумно. С нами делались соседи, то неблагополучна была родина. Батько мав отношение до наркотических речей, там был десь не працювали ни він, ни його не дружина. И казали, что в ночи там якісь були, ну, якісь гулянки. Женщина из соседней квартиры, спасаясь от огня, с ребенком на руках выпрыгнула из окна второго этажа. Сломала ногу, ребенок не пострадал. Травмирован и один из спасателей, он в больнице. Пожар полностью уничтожил 11 квартир. Крыши над головой лишились 18 человек. Мэрия предлагает отселить погорельцев в бывшее общежитие судостроительного завода, но там необходимо сделать ремонт. Сегодня пострадавшие разъехались по родственникам, а горожане начали свозить в общежитие гуманитарную помощь. Все под Богом ходим, мало ли с кем может такое случиться. Поэтому принесла то, что могла, там постель, тарелки, чашки, крупы, какие могла, моющие средства. Сегодня и завтра в Херсоне траур. Сгоревшее здание обследовали архитекторы. Их вывод – каменные конструкции не пострадали, и дом можно восстановить. В мэрии планируют поднять вопрос о выделении денег на реконструкцию. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер Херсон.